Всем привет! Как я уже недавно говорил, в ближайшее время очень много посылок, новые серии мини-распаковочки. И сегодня у нас еще одна очень интересная вещь. Как и все предыдущие модели, она тоже не на радиоуправлении, но мне хочется ее переделать. Давайте посмотрим, что пришло. А пришло нам сие творение. Это легендарная победа из журнальной серии по типу той, что мы сейчас собираем с вами у УАЗика. Все открывается, все металлическое. Вот такая классная победа. Немножко не без косяков, конечно, не до конца собранная. Вот, но к ней очень много запчастей. Вот, это нам все предстоит с вами дособрать. И как я писал уже в Инстаграме, кто подписан, не могу я с ней определиться, что же с ней сделать. Сделать ли это копийный аппарат, но просто на радиоуправлении. Вот, либо сделать ее Волгой М72. Это та же самая победа, только полноприводная. Поставить на мосты ее. Вот. Или уже дальше заморочиться, затюнинговать ее и сделать из нее проект по типу Алисы, который ребята с Питера сделали с настоящим автомобилем. Так что мыслей много. Не знаю, что придумать. И так хочется, и так. Но Алиса у них, она отпиленная кусок и заваренная. Вот это я не хотел. Поэтому и говорю по типу Алисы. Потому что кузов я не хочу трогать. Вот. Модель большая. Модель тяжелая. Вес у нее порядка 10 килограмм. УАЗик будет легче. Вот. Фар не хватает. Фара одна у меня. В коробочке мы, конечно, найдем какие-то запчасти для нее. Но я думаю, что это, конечно, не будет не полностью до конца собранная модель. И поэтому, если у кого-то что-то есть для нее, вы пишите. Вот. Мы с вами, я думаю, договоримся, потому что хочется дособирать до конца. Не хватает фары, я уже вижу. Вот, так что пишите. Может быть, сделаем с вами какой-нибудь бартер, обмен. Вот. Может быть, вам что-то понравится, что у меня есть. Предлагайте, что с ней сделать. Ну и смотрите предыдущие выпуски. Там, в принципе, тоже много всего интересного. Так что, кто не подписался, подписывайтесь. Ставьте колокольчики. Инстаграм, группа ВКонтакте. Все есть. Если какие-то вопросы у вас возникли, пишите. WhatsApp, звоните. Обсудим. Много что делаю на заказ. Так что спасибо за просмотр. Всем пока.